Так, друзья, всем большой привет! Сегодня в Москве в Доме Фиалки началась выставка. Будет она идти несколько дней. Региональные представители выставляют свои сортовые фиалки. Я уже там побывала, сняла часовое видео фиалочек для вас. Оно уже есть на канале, можете его посмотреть. А сейчас хочу рассказать, что и почем я купила в Доме Фиалки. Ну, начнем с всякого разного, а потом уже покажу сорта фиалочек. И вставлю в картинки видео, каких именно я купила. Расскажу вам по ценам, что сколько стоит. Купила вот такую баночку фитоспорин М именно для цветов, потому что везде в магазинах, в обычных почему-то пропал, продают только порошок, который надо разводить. А это вот специально именно для комнатных растений купила фитоспорин. Сейчас скажу, сколько он стоит. Он стоит 80 рублей в Доме Фиалки. Дальше. Купила вот такие стаканчики. Они по 80 грамм, по 10 штук упаковочки, по рублю стакан. То есть получается всего на 20 рублей я купила этих стаканчиков. В магазине не найдешь. В обычном, ну у нас, по крайней мере, самые маленькие у меня 100 миллилитров. Есть 80, есть даже меньше там у них эти стаканчики, как раз для посадки фиалок. Купила зип-пакеты. Тоже в магазинах искала, не видела. Может быть, я, конечно, так ищу, но мне не попадаются зип-пакетики. Зип-пакеты, сейчас скажу, сколько стоят. По 10 рублей. Тоже две упаковочки я купила. А по 100 рублей вот такие декоративные камушки. Стекляшечки, точнее. Я хочу для орхидей их использовать. Сделать красивую декоративную посадку орхидей в них. Ну, не только, конечно, у них, но они тоже там будут. Вот такую купила кристаллы желтого цвета. Есть разных цветов. Сейчас я вам расскажу, про что они. Волшебные жемчужины – это особые водопоглощающие полимеры, которые впитывают воду как губка и приобретают после этого очень красивые оттенки, приятный блеск. А затем высвобождают воду и питательные вещества, необходимые для роста растений. Их можно применять для комнатных растений и вместо обычной почвы. Продукт подвергается полному биологическому разложению и безопасен для окружающей среды. Вот я подумаю, возможно, я орхидейку посажу. Попробую, посмотрю еще. Вот видите, они тут разных цветов бывают, набухают. Мне кажется, будет очень красиво все это смотреться. Можно будет попробовать. А сколько они стоят, сейчас я вам тоже скажу. Камушки по 100 рублей, две штучки, две упаковочки, 200 рублей. 65 рублей это вот безземельная смесь, которую они сами делают для фиалок в Доме Фиалки. Я уже такую покупала, сейчас уже купила второй пакет. А там торф вермикулит и перлит. Верховой торф, вермикулит и перлит. Очень нравится, хорошая, легкая смесь. Сейчас немножко ее намочу водой и буду сажать фиалочки, которые я вот купила себе на выставке. И купила вот такой инсектицид для комнатных и балконных растений. Мне кажется, удобно то, что его можно прям в горшочек под растение класть один раз, для того, чтобы бороться с тлей, белокрылой, трипсами, щитовками и червецами. Вот если вдруг что-то где-то появится, чтобы просто он у меня был. Вот, доктор... Зеленая аптека садовода, доктор против тли, щитовки, червеца, белокрылки на комнатных растениях. Думаю, что пускай будет, мало ли чего пригодится. Ну и переходим, собственно, к самим фиалочкам. Сейчас проходит выставка, и я выбрала, на этот раз не стала прям супер много покупать, потому что у меня их и так уже немало. Купила черенки, сейчас вам покажу, какие. Вот так их упаковывают. Вот стоимость указана. Не маленькая, конечно, за череночек, но они такие красивые, вы их увидите на экране, что, в общем-то, мне очень захотелось. Надеюсь, что они укоренятся, и с ними все будет в порядке. Сейчас я вам покажу, какие сорта я купила. Ценник 300 рублей. Это мини. 100 рублей. Какой тут у нас сорт?
Вот он, ват Суперсен. А получается, что я все черенки купила у селекционера Галицкой. Вот они мне больше всего сегодня понравились. Вот. И в подарок дают вот такой купон. Выставка, видите, проходит с 30 по 9 ноября. И не сегодня, а 7, 8 и 9 можно будет прийти в течение всего дня и с вот этим билетиком любой выбрать себе черенок из предложенных. Вот так вот. Вот такие у меня покупки, друзья. Если видео было вам интересным, полезным, поставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал «Жизнь на подоконнике». Я читаю все ваши комментарии, мне всегда очень приятно за ваши добрые, теплые слова. Ну а сейчас я займусь фиалочками, пересажу их каждую в отдельный стаканчик и сверху сделаю зип-пакетик. Всем пока!